Привет, дорогие наши любимые друзья! Привет, друзья! Сегодня со мной, как всегда, ну вы знаете, это кто? Это наш комрад Рэй Гроссман. Сегодня мы попробуем чебуреки, точнее он попробует. Я-то чебуреки ел уже давно-давно, еще с самого детства в России. Let's go! Let's go! What? Скорее всего, там какие-то пальцы ко мне лезут. Ну, что поделать, ребятки. Конечно же, секретные чебуреки, которые мы попробуем. Не? Ааа, got you! Так, сейчас мы фарш возьмем, муку и другие претендалы. What did you say? Look. Look where? Look. Смотри, а, Лу! Что это, Рэй? Яблоко. Картошка. А вот? Картошка. Но для чебурек нам не надо картошку. No potato for чебурек. Окей. Ребята, давайте поиграем в мини-игру. Узнает ли фрукты Рэй? То есть я не буду показывать ему, как называются фрукты. И мы узнаем, знает он их или нет. What is this? You can't look at the names. Guava. А? Guava. Guava? No, mango. Oh. What is this? Peach fuzz. Peach fuzz. No, kiwi. Oh. Go next, right here. What is this? Papaya. Papaya? Very good. Papaya, what is this? A very big papaya. Очень большая папайя. Отлично. What is this? Baby watermelon. Baby watermelon. Маленький арбузик. Нет, это фейхуя. Фейхуя. That's the фейохас. What is that? Blowfish. Надувная рыба. Почти угадал. What's this? Very rotten яблоко. Тухлое яблоко. Ящерки. Банана. Банана мама. Тут, короче, разная мука. Рисовая мука, кокосовая мука, сомалина для пасты, спагетти, всякие ржаные муки. Ходили, бродили и потеряли Дебру, как всегда, потеряшки. Кофе. О, кофе! Yes. Кофе. Кофе-порошок. Добби. А, хорошо пошло. Значит, вот у нас фарш. Возьмем баранину фарш и говядину фарш для эксперимента американского чебурека. Баркасик, для тебя мраморные стейки здесь. А вон там сухой выдержки стейки. О, у меня идея есть, что можно сделать с чебуреком, ребятки. Баджероне. Alright. А еще у нас есть одна идея, как сделать чебуреки в следующего уровня. Точнее, попробовать их американизировать немножко. Чебуреки мы уже готовы, почти, сейчас будем их делать. Итак, пойдем жарить, let's go. Так, пойдем жарить чебуреки, смотрите, как мы их делаем. Обычные чебуреки, баранина, говядина, мука, растительное масло, вода, соль и, конечно же, миксер. Сейчас быстренько делаем обычное чебуречное пельменное тесто. Тесто. Тесто? Тесто. Ну, давай тесто, чё? Давай тесто. Воды. Водички добавляем. Воды. Шаурма. Шаурма, а? Yeah. Шаурма? Шаурма. Чё-то перепутал. Чебурек. It's so mesmerizing. Тесто. Тесто. Диджей Тесто? Диджей Тесто. Но тесто уже почти готово. Фарш. Фарш? Фарш. Что, сделаем фарш? Фарш. Фарш. Фарш.
чебуреки, баранина и говядина. Это что? Лук. Лук? Лук. Фарш и лук. Правильно. Фарш и лук. Инкали? Фарш и лук и лук. Фарш и лук? Лук и фарш и лук. I need more wine. Сок виноградный. Вино. Слегка забрали. Лук. Лук. Соль. Петрушка. Петрушка. Баскетбол. Баскетбол. Черный перец. Хмели сунели. Чуть-чуть хмели сунели. Водички. Ребята, фритюрница 350 по Фаренгейту. Масло, вот они, наши красавцы. Три чебурека, три человека. Сейчас они быстро пожарятся, прям моментально. Вот они. Рэй, смотри, как жарятся чебуреки в масле. Why don't these cook faster? Рэюшка, ты готов? Чебуреки? Ребята, приятного вам аппетита! Американцы пробуют чебуреки. How is it? It's too hot to eat. Горячие чебуреки. They're so darn interesting. I like. Вкусно. Want more? Еще хочешь? More? Mm. Deborah, more? Two more. А мы не будем два готовить. Мы сейчас что-нибудь еще новенькое придумаем. What kind of weird idea was this? What kind of idea do you have? How about we Americanize this? Like what do you mean? Чебуризбургер? Hmm. Pizza. Пицца? Чибо пицца! Yes! Right. You have something? Чебуризбургер! Чебуризбургер, let's do this! Yeah, yeah. Рэй, что думаешь про чебуреки? What do you think about the чебуреки you tried? This is your first time, right? Кузна, very кузна. Out of 10, из 10? 10. 10 из 10? Yep. Дебра, чебуреки, out of 10? 10. 10? 10? Суши, чебурек. Чебуризбургер? Чебуризбургер. Чебуризбургер. Давайте попробуем сделать чебуризбургер. Ребята, фарш, сыр,
лучок, огурчики, немножко кетчупа и немножко горчицы. Так, кладем фарш вот так вот, как на чизбургер. И, конечно же, сырка. Лук, соленые огурчики, классика чизбургера. Горчица. Классическая американская горчица. Кетчуп. Yes. Сыр. Американский сыр, который плавится просто офигительно. Very cheesy. Но это будет интересно посмотреть, что из этого получится, ребята, потому что мы чебурицбургеры никогда не пробовали еще. О, пошла, пошла. Надеюсь, они не откроются. Чебуреки в американском стиле. Вот это будет эксперимент. Сейчас будем пробовать. Я не знаю, что от этого можно ожидать, но мы посмотрим. Да, что же нас ожидает? Чебуризбургеры. О май. American чебурек. О май. What? I got the cheese. Is it good? Oh man, juicy. Look at that. Oh wow. Сочный чизбургер. That's probably from the pickles. Oh. Oh yeah. Wow, it's very juicy. Mm-hmm. Like I say, careful with that cheese and the pickles. Mm-hmm. Wow, that beef juice just shot on out. Mm-hmm. Oh. Look at all that. He's dumping all the juice. Look at this. Oh, that tastes good though. Yeah. Чебуризбургер, ребята. I told you to pick That's a good hot. Idea! Ребята, офигенная идея сделать чебуризбургеры. It's too hot. Look at the juice. It's all... Look at the sauce. They're gonna let it cool. And then some. Go! Oh! Go now. Oh, that sauce with the cheese. Вот этот сыр американский, он смешался с бульоном. С мясным. И он получился такой сочный, и прям сыр смешался с ним. Это просто офигенно, ребята. Я think I'm onto something. Ray, you got a good idea. I think I'm onto something here. Oh wow. Oh wow, that is good, huh? Uh-huh. It's like if I was a kid, that would be the best snack when I was a kid for cheeseburger snack. Cheeseburger snack? Cheeseburger snack. Oh, wow. That's another 10. You just got juice shooting all over the place, man. Еще одна десятка из десяти. Dude, идея. Pizza. Let's do pizza. It! Let's do it! Yeah! Let's do pizza, yeah! Чебурек! Yeah! Let's go! Маринара пицца сос. Yes! Сыр моцарелла. Попробуем, как это будет. Я думаю, что это будет просто вкусно. И, конечно же, пепперони. Оп, оп. Пиццерек. О, пепперони, моцарелла, маринара. Это как кальцоны, кальцоны. Суши. Yes. Пиццереки. Рэй, что это? Пицца Рэки. I'm getting more of the sauce. Я экспериментирую над американцами. This one's really hot, though. Gotta let it rest. Слишком горячее. Но мы сейчас поймем вкус. Вот это вообще машина. Machine. A machine that ignores the existence of human physics. Temperature. Yes, mozzarella, mozzarella!
Pizza Reki. It literally reminds me of an old Jack in the Box pizza pocket, but better. Really? Jack in the Box used to have a pizza? Mm-hmm. Так, ну что, попробуем? Mmm. I'm about to tell you what it reminds me of. Got the cheese. And it's hot. Reminds me of when I first got to American high school, the lunch pizza. Lunch pizza? Yes. Ребята, мне напоминает это вот, когда первый раз я попал в американскую школу, в среднюю, и у нас на обед готовили пиццу для студентов школы. И вот мне прям напоминает это вот ту самую пиццу, в школе. Чебупицца хорошая, но чебурисбургер был вкуснее. Better, huh? Yeah. Very good. Yeah. I like the cheeseburger better. You do? Uh-huh. Сейчас Дебра что-нибудь Let's придумает, see. Что мы будем делать. What else could we make that's gonna be good, huh? A Philly cheesesteak. Philly cheesesteak. Еще одна классическая американская лакомка. Давайте сделаем. Philly cheesesteak. Mm-hmm. Peppers. Mm-hmm. Onions. Mm-hmm. Provolone. Mm-hmm. Перцы. Красный перец, зеленый перец, лук. И у нас остался трай-тип со вчера. Мы сейчас трай-тип постругаем и Philly cheesesteak чебурек сделаем. Yes, very good. That smells amazing. Так, теперь сыр проволон, ребятки. Сыр проволон, но вы можете попробовать с любым сыром. Но, конечно же, лучше, если он будет солененький и чем-то похож на моцареллу, чтобы он расплавился и растянулся полностью. Итак, пробуем Филадельфия чизстейк. Чебуреков. Это американская классика из Филадельфии. Давайте начнем. Philly cheesesteak чебуреки. Уже пошел, даже не подождал. Горячий. It's dripping juice. Соус течет. Philly cheesesteak. Philly. Oh my. How's this one? It's dripping. Течет сок. Вот этот трай-тип, который мы приготовили на коптильне. Перцы, лук и сыр проволон. О май. О май. Petersburg cheesesteak. О, это мясо, сырок, хрустящая корочка. Это просто офигительно. С перчиками. Вкусно. Вкусно? Вкусно. What's up? I lost all my juice.